Вениамин Кондратьев провел экстренное совещание по случившейся трагедии. Губернатор выразил соболезнования родным провалившихся под лед подростков. Конечно, слова соболезнования и родителям, и родственникам, и близких вот этих ребят, которые погибли. Глава Тимошевского района, сделайте все возможное, чтобы финансово помочь сегодня этим семьям в организации похорон и в целом пережить им эту трагедию. Семьям погибших оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Похороны пройдут завтра.